Белгород из Заводоуковска отправят более сотни коробок с гуманитарной помощью. Посылки передадут в военный госпиталь. Помогают кто чем может. Так, крестьянское хозяйство «Дружба» предоставило 1500 тонн овощей. Общественные организации и простые жители собрали необходимый для раненых инвентарь, вещи и предметы личной гигиены. А в погрузке помогли студенты местного техникума. Ну, мы не можем быть равнодушны и далеки, потому что это все-таки наши близкие, наши ребята, с которыми мы учились, с которыми мы служили, с которыми работали и так далее. И в любом случае, я считаю, нужно обязательно помогать им и быть рядом. Пусть даже на заднем фронте, но обязательно нужно помочь. В коробки вложат и письма от школьников, а в Белгород машина отправится уже завтра. Впереди трое суток в пути. Вот мы взяли, значит, это материал закупили, нашили простыни, эти наволочки, полотенца, трико закупили, футболки, майки, носки. Жители отнеслись с пониманием, значит, понимают, что мы здесь, у нас спокойно, тишина, а наши молодые ребята защищают нас.